и услыхал весь мир слова великие, простые. Врага отбросила Москва, и спасена Россия. День 79-й годовщины, начало контрнаступления под Москвой. Мы открываем мемориал на месте заводов, бывшего мраморного завода, деревообрабатывающего завода. Находятся уже новые жилые кварталы, но память о работниках тех заводов метростроя, она жива. Очень важно, что этот мемориал открыт на территории школы. Мы верим в то, что память о погибших в те годы будет жить вечно. Мы организовали патриотический поиск, и наши дети нашли ансамбль из нескольких памятников на территории завода московского «Метромаш». Наша страна, наш народ гордился и будет гордиться участниками Великой Отечественной войны.